Добрый день. Сейчас расскажу вам про наш отель, который называется Вилла Дорадо. Расположен практически на центральной улице, недалеко от пляжа, напротив магазин и ресторан индусов. Очень хорошо готовят, вкусная пища у них. Вот начинается территория нашего отеля. Здесь небольшое кафешко. Наш балкончик, он там на пятом этаже. Флаг наш спрятали, уборщики. Тут же прокат велосипедов. Все можно. 2 часа 6 евро. 4 часа 8 евро. Тут через ход. Вот мы попадаем тут как анимационный бар. Анимационный зал, бар. Все тут на свете. Расписание. Тут вот. Можно заказать пиво, чем англичане очень сильно пользуются. Народу, где англичане приехали. Тут вот висит расписание анимационной программы. Когда идет, когда пинг-понг, какие вечера. Сегодня пинг-понг, он вчера был. Я вчера тут обыграл пара англичан. Сегодня вот должно быть, как они сказали, цирк, акробатика. Пойдем. Через это не пойдем? Сейчас. Здесь вот выход. Можно в компьютеры зайти в интернет. Не знаю, сколько стоит. Это вот у нас ресепшн. Такие вот люди приехали заселяться. Такие кровати, диванчики, туалет. Стойка ресепшена. Рядом находятся два лифта. Очень удобные. Ну вот проходим. Стойка информации от Алекс Тура. Это время вылетов. При отеле свой магазинчик. Часы продаются. При отеле, не знаю, что это, по 12 евро. Что-то хочется мне посмотреть их. Ну и магазин сувениров сейчас закрыт. Женские часы, шляпы в бриллиантах. Дальше по проходу. У нас здесь есть 3 бильярдных стола. Автоматы, которые брешут, хотел я мяч вытащить за 1 евро, как обычно кинули. Аэрохоккей, где я все время обыгрываю Наташу, без вариантов, 1 евро стоит. Ну и теннисный стол, бесплатно. Бесплатно. Берешь ракетку, вносишь депозит 10 евро и играешь хоть целый день. Ну, пока другие не придут, по шее не дают, что это. Вот. Такие тут креслица посидеть, отдохнуть. Вот сейчас у нас выход отсюда на бассейн. Тут можно через территорию бара
что делают все в лечении немцев. Ну, говорю, вот лежат шти, народ прибывает, бабушки раздеваются. Тут взрослый бассейн. Здесь анимационная программа, включается музыка, песни. Ну, а наверху сюда проходим. Глубина бассейна тут 1,7 метра, там 70 сантиметров глубина. Ну, чтобы кто-нибудь тонул, я не видел. Тут вот у нас детский теплый бассейн, всякие горки, наливающиеся, набирающиеся. Включаются, заходишь, нажимаешь, начинает литься. Чуть не упал на воде, не пойду дальше. Вот тут загорают, отдыхают. Ну и для детей, вон там вон дальше площадочка идет, не пойду, потому что мокро очень и скользко. Ну, вот тут люди идут с винчиком, с пивасиком. Вот это кресло мне интересное. Что в нем делать? Так я и не увидел, что кто-нибудь. Ну, вот есть балконы с выходом сюда, но нам тут не нравится, потому что музыка, крики, шум до ночи, анимация. Лучше на ту сторону, хоть там и дорога, но лучше на ту сторону. Так что очень хороший отель, очень вкусная еда, очень вкусные завтраки, ужины обалденные. Так что рекомендую. Там вот кабинки, наверное, для переодевания. Один уже выпал туда, вот дырочка, я чему тонул. Так что рекомендую. Все, отель называется Вилла Дорадо. Бедная бабулька упала, перепила шампанское. Вчера тут одну мадам вообще под руки носили. Такая лет под 60. Англичаночка нахрюкалась. Вилла Дорадо, великолепный отель. Приезжайте.